Продолжаем 21 ряд. Вяжем. Связали галочку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Здесь мы вязали 2 столбика. Сейчас у нас будет прибавка в первом столбике. Свяжем 2 столбика с одним накидом в эту одну петлю. Вот так получится. Накид. И следующий столбик просто провязываем. Уже 3 петли получилось. Ну, 3 столбика. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем далее 4 столбика вот эти подряд. Накид. Один, два, три, четыре, пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас получится 5 арочек. Вяжем, как и в прошлый раз, по 4 воздушные петли и соединяемся столбиком без накида в вершину арки. 1, 2, 3, 4 и вершину. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5 получилось у нас как раз. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь вяжем над каждым столбиком по столбику. Пять воздушных петель. Накид. Здесь первый столбик просто провязываем. А над вторым у нас будет прибавка. Вяжем 2 столбика в одну петлю. Вот так получилось. 3 воздушные. Вяжем галочку в конце. 22 ряд. Вязали галочку. 3 воздушные. Здесь у нас была прибавка. Сейчас свяжем над первым столбиком, мы вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные. 1, 2. И далее вот над каждым столбиком вяжем по столбику. Пять воздушных петель. Здесь 4 остаются неизменными. 4 столбика вяжем так же, как и вязали. 1, 2, 3, 4. Вот так. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И снова соединяемся в арку столбиком без накида. 4 воздушные. Соединяемся в следующую арку. 4 воздушные. В следующую арку. 4 воздушные. Так, 1, 2, 3, 4. И в следующую арку. Вот так. 5 воздушных вяжем в зеркальном отражении. Так, 1, 2, 3, 4, 5.
вяжем здесь так же, как и в начале, над каждым столбиком по столбику. Пять воздушных петель. Накид. Здесь над столбиком вяжем столбик, над вторым тоже провязываем один столбик, две воздушные и столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Заканчиваем ряд. 23 ряд. Провязали галочку начала ряда. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. Над первым столбиком провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные. Накид. Над вторым столбиком мы провязываем прибавку. То есть у нас здесь будет 2 столбика с одним накидом. А вот над третьим столбиком вяжем просто столбик с одним накидом. Вот так получается. 5 воздушных петель. 1, 2, 3. 4, 5, накид. Далее здесь в каждый столбик вяжем по столбику. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем арки. Соединяемся в эту арку. Четыре воздушные. Снова соединяемся столбиком без накида. Три, четыре воздушные. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А нет, здесь уже у нас 5. Все, арки закончились. Далее 5 воздушных. Вяжем в зеркальном отражении. Здесь провязываем 4 столбика вот эти. Воздушных петель. И здесь у нас снова будет прибавка. Вяжем столбик первый, просто провязываем. Над вторым столбиком у нас будет прибавка. В эту одну петлю мы свяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные. И здесь просто столбик с накидом. 3 воздушные петли. Провязываем галочку. Заканчиваем ряд. 24 ряд. Связали галочку. Вяжем 3 воздушные. Далее у нас идут прибавки. Накид. И вяжем здесь. В этот один столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Вот здесь у нас получается 3.
столбика, да, над первым столбиком вяжем прибавку, то есть вяжем 2 столбика сюда. А далее уже по одному столбику просто провязываем над каждым столбиком по столбику. Вот так. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, здесь провязываем над каждым столбиком по столбику. 1, 2, 3. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И здесь соединяемся в арку. Вяжем наши арочки из 4 воздушных петель. Соединяемся столбиком без накида. У нас должно получиться всего 2 арочки в этот раз. Пять воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Накид над каждым столбиком по столбику вяжем. Вот так. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Здесь провязываем сначала 2 столбика над каждым столбиком по столбику. Затем вяжем в эту петлю 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные. И над этим столбиком мы вяжем тоже 2 столбика с одним накидом. Один. Два. Три воздушные. Вяжем галочку, заканчиваем ряд. 25-й ряд. Провязали галочку. Три воздушные петли. 1, 2, 3. И вот здесь у нас была прибавка. Нам нужно провязать столбик с накидом над одной петлей, а в следующую петлю, в следующий столбик мы вяжем уже 2 столбика в одну петлю. Тоже прибавка. Вот так получается. 2 воздушные петли. 1, 2. Накид. Вот над этой петлей мы тоже вяжем прибавку. Провязываем в одну петлю 2 столбика. Дальше уже по одному столбику. Над каждым столбиком 3 столбика. Вот так. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы продолжаем вязать 4 столбика. Над каждым столбиком по столбику. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас получается в этот раз всего лишь 1 арочка, но она будет из 5 воздушных петель. Соединяемся столбиком без накида. 1, 2, 3.
3, 4, 5 воздушных петель. Соединяемся в следующую арку столбиком без накида. Вот так получится у нас. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Провязываем 4 столбика с одним накидом. Воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Здесь над первым столбиком столбик с накидом, над вторым столбик с накидом и над третьим столбик с накидом. Над четвертым вяжем 2 столбика с одним накидом. Вот так. 2 воздушные петли, будет прибавка над этим столбиком, вяжем 2 столбика. И 1 столбик в соседнюю петлю, над соседним столбиком. 3 воздушные петли. Провязываем галочку в конце. 26 ряд. 26 ряд. Провязали галочку, 3 воздушные. И здесь над каждым столбиком вяжем по столбику. 1, 2, 3. Три воздушные петли. 1, 2, 3. 4. 4 воздушные петли. Накид. Столбик с накидом. Столбик с одним накидом. Вяжем в каждую, над каждым столбиком. По одному столбику с накидом. Воздушных петель. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь также провязываем 4 столбика. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь вяжем столбик без накида над аркой. И снова 5 воздушных петель. И вяжем дальше вот эти 4 столбика. Заканчивайте ряд самостоятельно. Тут просто над каждыми. Над каждой парой столбиков вяжите по столбику. Ну, как и в начале. Здесь 5 воздушных петель. Здесь 3. 27 ряд. 27 ряд у нас такой же, как и 26. Только отличается он тем, что в этом месте, вот до этого цветка, у нас получается в этих двух местах будет по 6 воздушных петель. А здесь по 5 воздушных петель. Я думаю, что вы сможете провязать его самостоятельно. 28 ряд. Провязали галочку. 6 воздушных петель. Здесь вяжем также 3 столбика. Шесть воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Делаем убавку вот в этом месте. Из 2 петель вяжем 1.
То есть из двух столбиков получается у нас один. Завязываем вместе. Далее над каждым столбиком по столбику. Всего 3 столбика. 1, 2, 3. Шесть воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вот здесь у нас было 4, но здесь у нас сейчас будет убавка. Первые 2 петли провязываем. То есть первые 2 столбика провязываем как есть столбиками, да? А вот эти 2 у нас уже убавка. Вот. Первый столбик недовязанный, второй столбик недовязанный. В конце провязываем их вместе. Вот так убавка получилась. 3 воздушные. 1, 2, 3. И в зеркальном отражении здесь делаем убавку из 2 столбиков. Провязываем вместе. Здесь вяжем 2 столбика над каждым столбиком по столбику. 6 воздушных петель. Накид. Здесь 5 петель. Сначала провязываем. То есть 5 столбиков. Сначала провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем убавку. 1 полустолбик, 2 полустолбик. И провязываем вместе вот так. 6 воздушных петель. Здесь просто провязываем 3 столбика, вяжем галочку, заканчиваем ряд. 29 ряд. Провязали галочку, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В этом месте, где у нас с вами 3 столбика, мы провязываем также 3, а дальше уже вяжем 6 воздушных петель. Один, два, три. Вот так. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 столбика с одним накидом над каждым столбиком. 1, 2. Вот. Тут уже убавка. Недовязанный столбик. Во вторую петлю недовязанный столбик. И объединяем все в одну петлю. Вот такая убавка получается. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы вяжем над каждым столбиком по столбику. Накид. И далее тоже так же над каждым столбиком по столбику. Далее в зеркальном отражении 6 воздушных.
петель. Здесь у нас сразу убавка. Столбик не довязанный. В следующую петлю столбик не довязанный. Провязываем вместе одну петлю. Далее столбик с накидом. Столбик с накидом. 6 воздушных петель. Здесь над каждым столбиком по столбику. Далее 6 воздушных галочкой. И заканчиваете ряд. Тридцатый ряд. Провязали галочку. Вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Здесь у нас столбик с одним накидом. Над столбиком с накидом. А следующие 2 петли у нас будут убавкой. Столбик не провязанный. Еще один столбик не провязанный и вместе. Вот так. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Здесь остается как есть 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Здесь у нас будет убавка. Полустолбик. Еще один полустолбик в соседнюю петлю. И провязываем вместе. Накид. Полустолбик. Полустолбик. Провязываем. И еще одна убавка. Полустолбик, полустолбик и провязываем. Всего мы убавили 3 петли. Далее в зеркальном отражении 6 воздушных петель, накид, 3 столбика с накидом, 6 воздушных. Сначала сделаем убавку. В этом месте провяжем. Вот. 2 полустолбика, затем провязываем их вместе. Получается у нас 1 столбик из 2. Здесь просто 1 столбик с накидом и 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Заканчиваем ряд галочкой. Вяжем галочку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И в четвертую петлю воздушную мы должны связать пышный столбик из 3 полустолбиков. 1, 2, 3, 4. Вот сюда. 1 полустолбик. В эту же петлю 2 полустолбик. В эту же петлю 3 полустолбик. И провязываем их все вместе. Получается вот такой пышный столбик. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Была убавка. И снова сейчас у нас здесь будет убавка. Уже здесь у нас 2 петли, да? Их провяжем одной петлей. Полустолбик.
еще один полустолбик и провязываем все вместе. Получается одна петля. Так, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Столбик с одним накидом. Здесь убавка. Из двух столбиков провязываем один столбик. Вот полустолбики, провязываем их вместе. Вот так. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. Здесь у нас были убавки. И снова убавка, но из 3 петель уже. 1 полустолбик, 2 и 3. Вот так. Провязываем вместе. Так, провязали вместе. И далее вяжем в зеркальном отражении снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь убавка. Убавка. Накид. Столбик с одним накидом. В эту петлю. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Убавка. Из 2 столбиков провязываем 1 столбик. Вот так. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В 4-ю петлю здесь посередине вяжем пышный столбик из 3 полустолбиков. 1, 2, 3. Провязываем вместе 3 воздушные, вяжем галочку и заканчиваем ряд. Провязали галочку, 3 воздушные, накид. Над нашим пышным столбиком мы вяжем 1 столбик с накидом. 5 воздушных петель. Накид. В этом месте мы вяжем 1 столбик с одним накидом. У нас здесь была убавка. Вот так получается. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее. Здесь у нас тоже была убавка. Здесь мы свяжем еще одну убавку. Вот полустолбик. Следующую петлю полустолбик. И объединяем в одну петлю. Вот так. Получается 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. Вяжем вершину вот в эту, где у нас убавка. Восемь петель воздушных. Далее убавка, полустолбик, полустолбик, и объединяем в одну петлю.
5 воздушных петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Здесь у нас один столбик с накидом. Воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Здесь тоже над этим пышным столбиком у нас один столбик с накидом, 3 воздушные. Провязываем нашу галочку, вместе провяжем. Накид. Я провязала один раппорт узора. Получилось 26 сантиметров. Далее я буду вязать уже вот эту верхушку из 9 рядов. И затем поверну к началу. И с этого места начну вязать еще один раппорт. Вот в эту сторону. У меня получится 2 раппорта, да? Один в эту сторону и другой в эту сторону. Будет симметрично и красиво смотреться. Если вам нужно еще больше длины, вы провяжете еще один раппорт вот с этого момента, с 31 ряда. Вот 31 мы провязали. И вы можете снова начинать с 1 по 31 ряд. И у вас получится где-то... То есть еще 26 сантиметров. Это 52 с этой стороны и с этой стороны 52. Если вас устраивает, вы можете продолжить вязать еще раппорт. Я сейчас закончу вязать вот эту верхушку, которая по схеме 9 рядов. Затем поверну и свяжу еще один раппорт. Вот так и продолжим.